Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Я думаю, что вы заметили, что видео на канале стали выходить реже. Дело не в том, что я не хочу их делать, а просто у меня на это нет времени. Не могу вот никак найти, чтобы что-то сесть и смонтировать. Я в последнее время очень сильно занят работой. Езжу по всей Японии в командировке. Недавно был на Шикоку в городе Мацуяма, это в префектуре Эхиме. Через пару дней поеду на Окинаву, потом Осака, Нагоя и так далее. То есть везде куда-то разъезжаю. И не получается найти время на то, чтобы что-то снять. Сейчас я еще занят открытием своего офиса на Синджуку, поэтому на это тоже нужно немало времени. Все подробности о том, чем я занимаюсь и каково это вести бизнес в Японии, я расскажу в ближайшее время. К сожалению, пока я был в префектуре Эхиме, у меня сломалась видеокамера, поэтому видео я снимаю на мобильный телефон. Надеюсь, что удастся ее починить в ближайшее время. Давайте я пока покажу вам офис. Друзья, как вы видите, офис пока только в подготовительной стадии. Очень много коробок. Это пришла мебель, которая сейчас пока только собирается. В данный момент мы занимаемся сборкой вот этого вот стула. Постепенно, конечно же, все соберем. Вот эти коробки будут вывезены. Приедет специальная компания, которая их заберет. В Японии, вот именно здесь, на Синджуку, нельзя ничего просто так выбросить. Даже если у вас просто пищевые отходы, нужно купить специальный пакет и в него выбрасывать. Это все, конечно, стоит денег. Просто обычный пакет для мусора. Собрали стулья, которые будут расположены в переговорной. Вот здесь вот тоже вот все постепенно собираем. Вот такой вот стол. У нас их несколько. Еще часть мебели вообще просто не пришло. Придет обязательно. Собрали вместе с Кентаро вот такой вот стол. Он тоже будет в переговорной, вот такой вот большой, здесь вот при желании можно провода вставить. Как вы видите, здесь пока просто от балды все расположено, потому что приедет в ближайшее время компания, которая здесь сделает стены, чтобы отделить кабинеты, и тогда уже можно будет расставлять всю эту мебель. Есть еще вот такой вот диван. Этот диван, кстати, мы выбирали вместе с подписчиками. Я в группу выложил несколько фотографий и спросил, какой из диванов вам нравится больше. Подписчики выбрали вот такой вот диван, и я его приобрел. Вот здесь один и еще здесь вот один. Два дивана. Большое всем спасибо, кто помог выбирать. Если вы еще не подписаны на мою группу ВКонтакте, то обязательно подписывайтесь, потому что все такие посты я выкладываю именно там. Спрашиваю что-то, какие-то моменты из жизни, поэтому если вам за всем этим интересно смотреть и вы хотите поучаствовать, то, конечно же, обязательно участвуйте. Здесь вот такой вот вид из окна открывается. Строит новое большое офисное здание. Так как это Синджуку, здесь вообще очень много офисных зданий, поэтому постепенно, я думаю, здесь еще дострою. Не знаю, что за здание будет. Не хватает пока здесь жалюзи, тоже нужно в ближайшее время приобрести. С другой стороны тоже хороший вид открывается. Сейчас я вам покажу. На данный момент единственное, что здесь готово, это вот кухня. Кухня выглядит вот уже практически цельной. Вот здесь вот расстояние было очень узкое, мы еле сюда засунули холодильник. Нашли вот такой вот узенький, но как бы вот так вот все вроде поместилось. А если выйти вот здесь вот на балкончик, то вот такой вот вид открывается. Привет! Окей. Офис, я с Доми вместе создаю. Доми рассказал, что мы еще не закончили, но мы вдвоем сейчас создаем. Довольно время уходит. で、さっき外見たんですけど、ここは新宿のすごいオフィス街、西新宿っていうところで、周りにすごい高い建物あったり、まあ、高級マンションあったり、そういういい場所です。ぜひ皆さんも来てください、日本に来た際には。社員も募集中です。日本語喋れる人、いいよ、来ても。今からちょっと案内します。はい。もともと僕この辺に実は住んでいて、今別のとこ住んでるんですけど、ここのオフィスの真横のこのマンション、ちょっと前に見に行って住もうかなと思ってました。まだ分かんないです。家賃ちょっと高いし、ちょっとオフィス近すぎだし、まだ分かんないけど、もしかしたら住むかもしれないです。ここでドミーが日本の代表取締役、いわゆる社長で、僕が副社長的なポジション、ナンバー2取締役と言います、日本語で。を2人で今やってます。まだ従業員は僕とドミーの2人
ですけども、今協力者はたくさんいて、その中から面接とか、いろいろ選定して従業員も増やしていく予定です。最大ここのオフィス広いので10人ぐらい雇いたいなと思っています。ドミ社長、頑張ろう、一緒に頑張りましょう。イエイ。Ну что ж, друзья, вот таким вот офисом мы сейчас занимаемся. Очень много работаем 7 дней в неделю. Много куда ездим, обычно вдвоем. Как и сказал Китара, мы сейчас тоже будем кого-то искать. Может быть, будем и нанимать японоговорящих русских. Это уже посмотрим. Ну, я как бы, если что, об этом обязательно объявлю. Ну и надеюсь, что у меня наконец-то появится время сделать какие-нибудь классные видео на канал, поэтому ждите обязательно, подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями, оставляйте комментарии, ставьте лайки и до встречи в следующих видео. До свидания, пока!